Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Я впервые мукбанг снимаю на телефон. Не знаю, как получится. Дело в том, что у меня на камере не было зарядки, точнее, я не нашла подзарядное устройство и решила попробовать снять на телефон. Вот так, что у нас на сегодня? У нас завтрак, действительно, это мой завтрак, потому что я только что проснулась. Здесь у нас круассанчики, я сделала бутерброды. Сначала батон отправила в тостер, потом сверху сыр, а колбаска отправила все это запекаться в духовку, и потом нарезала авокадо и положила несколько долек. Получились вот 4 таких бутерброда. Моя любимая яишенка, я очень люблю яичницу, особенно с деревенскими яйцами и помидорами, получается невероятно вкусно. А здесь у нас кофе, но необычное кофе, сверху здесь мороженое. Если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте, вот получается невероятный просто вкус. Здесь у нас грейпфрут, часто когда в кадре у меня появляется грейпфрут, все его путают с красной рыбкой, на самом деле нет, это грейпфрут. Здесь у нас огурчик, авокадо и виноград. Приятного аппетита всем, кто кушает. Немножко непривычно, я привыкла видеть себя в кадре. Поэтому чуть-чуть необычненько, но ничего. А плюс еще это ускорит мою работу. Я быстренько сразу смонтирую на телефоне. Если по качеству вас все устроит, я, наверное, частенько буду снимать на телефон. А сегодня я с вами хочу поговорить на такую достаточно, на мой взгляд, актуальную тему. Вчера вечером мне написала моя подписчица, рассказала свою историю о том, что она по уши в долгах. Чтобы я затронула тему финансов у себя в видео, как я коплю, сколько у меня сейчас долг и что для меня финансовая грамотность. Очень часто в комментариях мне пишут: «Айка, молодец, ты такая грамотная». На самом деле, мои деньги, которые я зарабатываю, можно было вложить намного выгоднее, чем я это сделала. Просто я это все дело не умею. Но купить квартиру, ее сдавать, это пассивный доход, доход небольшой. Но человек, который в этом разбирается, мог бы увеличить сумму, которую я заработала в несколько раз. У меня сейчас есть 2 кредита. Один небольшой. Каждый месяц я по нему плачу, получается, 25 манат. Это кредит на мой кондиционер, который я купила в квартиру, которую сдаю. Это мой первый кредит, точнее второй. Я его взяла после того, как взяла квартиру. За квартиру я плачу ежемесячно, с 1 по 7 число я должна сделать взнос. Я плачу 1550. Я так боялась брать, что не смогу оплатить. Но сейчас оплачиваю. Даже удается кое-что откладывать. Откладывать на ремонт. Я хочу там сделать классный ремонт, не такой, как в этой квартире. Я хочу обязательно, чтобы был дизайнер. Самостоятельный ремонт делать не хочу, чтобы была бригада, был дизайнер. Чтобы это все было красиво, много откладывать, естественно, не получается. И вы, наверное, скажете:
Зачем откладывать деньги на ремонт, если можно погасить еще больше долг по кредиту? Я вам скажу так, мне невыгодно закрывать кредит сразу. Если я его закончу быстрее, я от этого просто ни рубля не выиграю. Поэтому стимула закрывать кредит раньше у меня нет. Мне даже проще эти деньги просто положить под проценты в банке. Оплатить за кредит в свое время. У меня беспроцентная рассрочка. Некоторые писали, что такое невозможно. Такое невозможно уже в достроенном здании. То есть здание уже готово, вы можете его сдавать. И какой смысл застройщику без процентов продавать вам эту недвижимость? А у меня немножко хуже дела обстоят. То есть мое здание строится и еще 3 года будет строиться. Оно будет сдано через 2,5 года. Но я вот буквально позавчера общалась с агентом. Он мне отправил видео. Там уже вовсю строится. Буквально 3 месяца назад я купила. А уже там такой прогресс. Уже 4-й этаж строят. Не знаю, насколько правда. Мне он сказал, что сдадут, наверное, раньше срока. У меня еще подруга хочет там квартиру купить. Поэтому я интересовалась. Это, знаете, чисто для тех людей, у которых есть недвижимость, которые покупают вторую, третью квартиру или квартиру для своих детей. Им не настолько важно, когда именно будет готова квартира, понимаете? Каждый месяц, как только я получаю зарплату, причем я получаю денежки не только с Ютуба, открою вам небольшой секрет, но как только я получаю свои деньги, я все кидаю на одну карту и, в общем, уже сразу в этот же момент откладываю деньги за следующий месяц за квартиру. У меня вот сейчас на карте есть деньги для следующего взноса. А на другой карте я коплю на ремонт. Правда, сильно копить пока что не получается, но в любом случае я стараюсь по чуть-чуть откладывать, потому что хочу сделать ремонт прям своей мечты. Я там буду жить, может, даже одна буду жить. Я не знаю, как сложится моя личная жизнь, но в любом случае через 3 года я съеду. Я вот прям хочу под себя, вот все под себя сделать в этой квартире. Она, правда, не очень большая. Но в любом случае. Хочется прям все купить туда новое.
А для этого, естественно, в тот период мне очень нужны будут деньги. Непонятно, в тот период я буду хорошо зарабатывать или не буду. Я хочу уже сейчас начать откладывать. То есть вместо того, чтобы погашать свой кредит, который все равно беспроцентный. То есть я его раньше закрою, от этого мне ни копейки пользы нет. Поэтому я буду строго по расписанию. До этого у меня в жизни никогда не было кредитов. Я всегда боялась. Боялась, а вдруг, а что? Вот первая, знаете, мысль у меня была, вдруг я разобью машину, что-то произойдет. Потом я понимаю, что у меня есть брат, который обязательно всегда меня подстрахует. Я говорю про брата, который живет у нас здесь во дворе. Мой двоюродный брат. Просто видео, когда я говорю, жена моего двоюродного брата, мой двоюродный брат, дочка моего двоюродного брата. Вот раньше постоянно видео так говорила, и в комментариях все писали, да поняли мы уже, почему нельзя просто сказать брат, почему нельзя просто имя сказать. Вот, поэтому теперь я начала говорить брат. У нас с ним очень близкие отношения. Мы друг друга очень понимаем и поддерживаем. Когда я покупала машину, это было настолько смешно, честно. Он настолько торговался, пытался купить эту машину дешевле, что я просто смотрела на него и думала, блин, все равно я плачу за эту машину, какая тебе разница? И причем, знаете, с самого детства у нас с ним очень такая связь. Хоть и двоюродный брат, он для меня всегда был как родной. Я ходила к репетиторам, он меня забирал. Он мне что-то покупал. Всегда на 8 марта, например, жене, дочке, там кому-то и меня с собой брал, и мне обязательно что-то покупал. То есть у вас могут быть, например, близкие родственники, но у вас могут быть с ними вообще очень не близкие отношения. И может быть наоборот. Я тоже, в свою очередь, стараюсь, чем могу помогать по возможности. Виноград. Не очень люблю темный виноград. Но так как мама любит такой, мама всегда покупает его. Финансовой грамотности. Я не могу назвать себя финансово грамотным человеком. Просто в каких-то вещах я могу сказать себе стоп. Имея возможность приобрести какую-то вещь, я могу спокойно ее не приобретать, например. Могу себе отказать. Умею откладывать. Это у меня прям с детства. Я накопила. Пошла сама себе цепочку, купила золотую. Я причем копила со своих завтраков. Поэтому, когда я поступала в университет, у
меня папа считал, что обязательно нужно поступать на экономический, потому что с детства он мне всегда говорил: экономка, экономист растет, по моим стопам пойдет. Не знаю даже, насколько качественный мукбанг получился, потому что я его снимала на телефон. Вы также обязательно пишите свое мнение в комментариях. Если качество будет хорошее, то я буду постоянно снимать на телефон, потому что я наконец-то купила переходник для моего микрофона, и я могу прям микрофон присоединить к своему телефону. Могу даже в деревне, не брать с собой камеру, и при этом снимать там тоже для вас контент. Всех люблю, целую, с вами была Айка.